Нечивается или как? Нам уже ничего не влезет. Ну, последний раз, ладно. Ой, подожди, я не готов. Был важнее, ну точнее, все быстрее начинается. Давай. Бам. Бам, бам. Бам, бам. Последний. Бам. Ну, давай, силовой узел. О, рубиновый. Ну, так ты чё? Конечно, ещё возьмем, что-нибудь выкинем только. А чё выкинуть? Давай вот это вот. Рубиновый. Чё, крутяк. Подожди. Тихо, тихо, уберись, я не вижу ни хрена из этого говнища. Ну, не говнище из этого баллона. Так, ну это легко, легкий заработок. Блин, промахнулся один раз. Бляха, вот она паника началась. Прошу прощения. Чё, просрал? Чё, все заново? Тихо-тихо, я не готов опять был. Блин, не видно иногда за его шлемом даже. Ну, сами вот видите, что не видно. Так, очково-очково уже становится. Силовой узел. Круто. Ну все, не будем терять времени, опять же. Сейчас самое главное не сдохнуть. Так, патроны можно уже не собирать. У нас их вроде нормально. Точнее, у нас места нет просто. Че ты тут забыл? Так, вот там вот я вижу что-то, по-моему, блестит. Давай, доставай. Аптечка там, по-моему, большая. Ладно. Опа. Да, давай, беги, чувак. Да, вот там что-то. Схема какая-то, давай. Схема большой аптечки. Она нам вообще нафиг не нужна. Поэтому давайте мы что-нибудь... Блин, я даже не знаю, что мы... Ну, давай стазис нужен нам. Стазис. Вот это, наверное, бросим. Так, да. А, ну все. А, теперь надо морозить эту хрень, наверное. А, ой. Что произошло? Ты сволочь, у тебя... Подожди, а если... Блин, я же заморозил вроде. Убирайся. Но только... А для чего мы сюда вообще пошли? Ее вообще надо было морозить? Мне кажется, нет. А он сюда не достает до этого ящика? Не, не достает. А, незачем было, короче, два раза стазис использовать. Кто это сделал? Я знаю, кто это сделал. Ах ты гад. Нужна быстрая реакция. Так, вот эту штуку лучше подорвать. Потому что она сдетонирует. Как в тот раз, помните? Вроде ничего не задевало, оно взялось сдетонированным. И какая-то органическая хрень. Первый раз видел такую. Да и последний. Первый и последний раз. Трофеев нам пихают. Нормально вообще так. Зачетно. Так, тебя мы, знаешь, что? Да завались! Что он за скрип... Охренеть, он... Как так-то? Куда он делся? Почему я не попал, что ли, по нему? Я не пойму. Мёртв по прибытию, это, наверное, для вот этих вот чувак...
чуваков на корабле. Так, одна аптечка нам не нужна. Других путей вроде там нету. Да, нету. Видите, они же прибыли. И почисто... Охренеть. Да, отлично, отлично. Просто огромнейший коридор. И тут какая-то еще дверь. Большая аптечка. Ну давайте поменяем ее на среднюю. А, ну тут заперто, все ясно. Так, ну что, выходите, что по одному. Карантин, да, ну я так и знал. Вот эта тема опасная. Давай, беги, может ты подлетишь. Какой умный, а? Тупая умная тварь. Располосуем их сейчас. Не, он еще ползет. Вот эти вот мелкие с блевотиной. Не с блевотиной, ну да, с... давай ты. Бери, что ты делаешь, Айс? Мимо лохи, мимо лохи. Да, вот про этих я и говорил. Этим давай. Так, где еще? Я видел. Вон. Давай, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ну они, видите, трясется прицел. Все нормально. Мауч, слабачки какие-то натуре. Слабачки, слабачки. Так, аптечка нам такая не нужна, маленькая. Кредиты нужны. Ну, это если будет. Вот. Стазис. Ну и ладно. По барабану. Так, это не надо перезаряжать. Так, что тут у нас еще? Текстовое. Текстовое сообщение. Здесь написано, что операция «Белый свет. Театр. Действие системы Гида». Что это? Задача глубокая. Зачистка корабля Шимура. Нарушил прямой приказ земного правительства. Есть основания предполагать, что они обнаружили близко за... Так, отдел особых операций подтвердил нахождение близко к данной системе, но не узнал координаты точного расположения на планете. Если обелиск найден, существует огромный риск распространения смертельной инфекции. Немедленно отправляйтесь в систему Нигиды, займите орбиту вне радиуса обнаружения вашего корабля гражданских... Ага, понятно. То есть это вот эти вот засранцы, которые получили, типа, наше сообщение, вот это они, им это и сказали сделать. Для чего я открываю шкафчики? Так, сволочь. А для чего я открываю эти шкафчики? Только для того, чтобы найти какие-то кредиты. То есть, я, конечно, понимаю, что ничего тут больше нам не нужно. Может, какие-то еще узлы, ну или что-либо, что может принести какую-то прибыль. Так. Итак, золотой трешку продаем, рубиновый продаем, средних хрен узнать не надо пока. Стазис, 2-3 стазиса, 1 продаем. Так, лазерный магазин, импульсные заряды. Очень много. Это продаем. Плазменный резак. И возьмем немножечко плазменной энергии. Вот так вот. На 24. Отлично. Все, спасибо, до свидания. Силовые узлы мы не стали, я не стал покупать. Сначала найдем новый костюм, потом уже будем покупать, наверное. А я там не был случайно? Не, наверное. Так, ну что, у нас тут сохраниловка есть. Так, вот эта вот тема мне не нравится вообще. Что тут у нас? И куда нам? А, тут ничего нету, видите? Я думал, тут проход есть. Ну, запишемся так вот. Сохранимся. Вот, кстати, когда вы... Если у вас, например, игра выключится, да? Игра начнется с сохраниловки.
Или с контрольной точки. Мне кажется, с сохраниловки. Потому что нафига тогда нужны сохраниловки, если бы игра начиналась с контрольной точки, правильно? Контрольные точки, они буквально вот тут, через каждые 5 метров. Кстати, ящиков полно. Что-то там жесткий замес какой-то, я не знаю. Что тут творится? Так, а куда этот чувак убежал? А, он дверь закрыл. Открывай, открывай, что ты. Да. Давай, что, лифт. Какое-то машинное отделение, да? Ой-ой-ой, шпилит как огнем. Так, нам туда. Ну, за ней, короче, надо вот так вот двигаться. Че, никак? Правее, что ли? Стоп, Файзер, тихо, осторожней. Я по ногам там не жарят, смотрите, какие-то вон штуки. Стоп, тихо, осторожней. Да, вот еще одна. Так, а там с той стороны та же, наверное, фигня. Да, скорее всего, давай. Ой-ой-ой, охренеть. Да все, харе, давай. Что-то я не знаю. Да, блин, а как же ее назад-то толкать? Удобнее, я имею в виду, чтобы было. Долго, долго. Ну потому что, видите, если отходить буду, то его жарить. Короче, давай. И не будет жарить, наверное, будет. Давай, бери и назад. Идем опять. А тут добежать чуть-чуть можно. Назад. И на следующем еще пойдем. Добежим, конечно, да. Так, все, теперь здесь. Видимо, отрубить их надо, вот этот жар. Шпилик, который. Взялся, да? Крепко взялся? Осторожней, смотри, а то мало ли оторвет чуть-чуть. И не удастся тебе отблагодарить Кендру. Так, давай. Вообще, ой-ой-ой, вообще нежелательно, кажется, двигаться. Да, огонь тут прет. Эта штука так прятается на время. Стоп, а дальше нам и не надо. Отсюда одну долбим. Нет. Так. Не надо лучше. Давай дальше. А дальше чуть-чуть пройдем. Все. А, ну все, что нам? Она не работает. Да. Нормальненько. А это что? Сингулярный конвертер. Ой! Ё-моё, чё... Блин, офигели, что ли? Это ты? Ты его достал? Это я. Черт, ты его достал! Это то, что нужно! Тащи его на пассажирскую палубу! Бери! Горит, что ли? Нельзя теперь брать? Ну, нам и не надо вообще. А, не, надо. Офигеть, надо реально. Перезаряжай. Ой, что тут бомбит? Подожди, а я туда хоть... Да. Просто тут еще дверь какая-то. Ну ладно, давай. На пассажирскую палубу сейчас его понесем. Блин, это этот здоровяк. Что, мне убегать надо? А, дверь закрыта. Идиот! На что стазис, или у тебя нет его? Ну все, хана ему, да, другана нашего замочили. Ах ты тварь, ты знаешь, что ты сделал?
понимаешь, что ты попал. Почему я... Почему не получилось сразу пробить это стекло? Я бы тебе помог. Так. Был звонок. Так, а ты знаешь что? Ты давай вот так вот. Как тебе, нормально? Морозь его. Ой, а что это он на меня что ли побежал? Ты чё? Эй! Почему стазиса нет? Вау, охренеть! Подожди, а чё, нельзя его так использовать, что ли, стазис? Какого хрен это было? Да ёптить! Прошу прощения. Да бляха ты муха. Почему так тупо сделано, нельзя стазис использовать? Ты можешь завалиться, чувак. Офигенно вообще с стазисом тут работает. Блокировка снята. Сшибись, блин. Алмазный. У меня пропал сигнал от Хелла. Ни хрена себе. Он жив? Нет. Черт. Теперь остались только мы, Айс. Да. Ты понимаешь? Ты понимаешь, о чем? На что я? Ты намекаешь? Только ты и я. Ну, еще Николь. Так, куда нам? Да, жалко, вот так вот, видите. Внимание, критическая полоса в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Я покидаю немедленно. Ой-ой-ой. Погоди, мне тут что-то там подобрал. Я кредит мне вряд ли. Давай, бах. Зафигачивай. Внимание, критическая. Да вижу, я вижу, давай. Немедленно покиньте корабль. А ты чё? В лифте нельзя ездить, когда это... Чё это было? Когда... Такая катастрофа, да? Алмазный. Критическая поломка в топливном отсеке. Подожди. Немедленно покиньте корабль. Чё за... А, нет, нормально, работает. Так, я просто хотел посмотреть, сколько нам кредитов. Нормально, еще алмазный плюс продадим. 25, наверное, будет. Давай, валим. Вижу, вижу, вижу. Запишемся. Сохранимся на этой точке. На все эти... Давай быстрее уже, все. Так, что нам дальше? Блин, вот этот блок нам нужен? Нет, вот хрен знает. Ладно, возьмем его на всякий случай. А, его нельзя взять, смотрите, он даже он заблокирован какой-то арматурой. Давай быстрей. Слышал же. О! А тут что? А, кислород тут. Да, смотрите, у нас 120 кислорода. Это что, это заскриптовано? Или я реально не успел почти? Практически не успел. Бабахай, давай быстрей. Ничего тут не пропустил. А, мы ж тут были, точно, все, вспомнил. Зона гравитации. Я просто не узнал место это. Зона нормального давления. Вот и все. Вроде бы здесь ничего критичного нет. А, музыка только критичная какая-то. Бесполезно. Бесполезно, мы на точке, у нас новая глава. Да. Так, что там у нас? Большая, большая, средняя, алмазный, 25 тысяч, ни хрена себе. Баллон. Так, стазис нужен нам. Так, 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 импульсный, импульсный. Так, у нас, нам нужно плазменный купить. Блин, может что нового купить из пушек, как вы думаете? Вот труборезик. Но его качать надо, плазменная энергия. Нафиг он нам нужен, этот труборез? Ну, в смысле, он хороший, конечно. Так, а... Так, надо подумать. Не знаю, не знаю. Так, ну если мы... Я... Я не знаю, в общем. Ладно, давай. Открывай. Показывай свои, что тут у тебя есть. Плазменный резак мы полностью прокачали. Лазерную будем или импульсную, даже не знаю. Ну чё, давай. Может быть, так, перезарядка, ущерб.
Так, объем. Давайте импульсную. Так, или не будем импульсную, да. Все, нормально. А по-моему, их можно будет потом продать, считайте, вместе с силовыми узлами. То есть сейчас, например, будет стоить импульсная, ну, например, 27-37 тысяч, где-то так. Ну, из-за того, что мы в нее узлы впаяли, по-моему, так будет. Итак, быстро глава. Прошли мы ее быстренько, мне кажется. Ну, не знаю. Итак, мертв по прибытию, глава 9 завершено. И куда же мы отправимся сейчас? Но перед этим сохранимся. Да. И у нас глава 10. Последние дни. Опа. Что это за название такое? Это значит, что скоро конец игры, да? Мне кажется, нет. Так, что тут у нас? Нижняя часть корабля. О котором говорил Хэммонд. Черт. Его процессор не отвечает, это плохо. Кто-то вынул навигационные карты. Их всего три. Они разбросаны по всей палубе. Кто их разбросал? Я сброшу тебе координаты. Я не смогу отсюда открыть двери. Тебе нужен ключ тех команды. Если найдешь все запчасти, мы сможем запустить его. Почему задание не активно? Так, что тут по заданию? Ух ты, ёк. Ты посмотри, какая, мне кажется, она большая. Ну нет, она такая компактная достаточно. Все так недалеко даст, мне кажется. Так, справа кислород у нас. Так, записи.